Известный нижегородский изобретатель лишился своего творения. Нижегородский кулибин Игорь Минин стал жертвой кражи. Игорь Минин известен на весь город своими многочисленными изобретениями. Он самостоятельно собрал десятки разных механизмов, начиная от маленьких машинок для детей до сельскохозяйственной техники. И вот одно из его творений – самодельный квадроцикл – украли. Срезали все газом, то есть как бы и даже неаккуратно, ничего, могло загореться тут все. Ну, не столько мне как бы обидно то, что там замки, петли, не жалко. Жалко, что пропала техника. У меня тут находился самодельный квадромобильчик. То есть мы как бы с друзьями, не я его один делал, а с друзьями делали. И то есть для доводки до лета его оставляли здесь. Ничего другого не взяли, то есть хотя у меня тут материал есть, железо, металл есть, ничего не взяли, только пропал квадромобиль. Я даже не думал, что такая ситуация возникнет, потому что он самодельный. Он как бы в стране один такой, то есть он в глаза бросается. То есть куда, для каких целей забрали, не могу понять сам. Я катался, но мы его еще не доделали. Доработать нужны были на него. Если по наводке работали, то наверняка угнали для кого-то, кто хотел эту машину. С другой стороны, я не могу понять, кому вот он нужен. То есть в коллекции это не раритетная техника, а именно самодельное производство. Мы вот там с друзьями порядка 2 месяцев его собирали. Своими руками все как бы самодельно. Сейчас вот подал заявление в полицию. В первую очередь самому обидно, ну вот как бы за наш город, что люди такие есть. Но все равно она рано или поздно найдется, эта машина, если она приметна. Я хотел бы сказать вот что, то есть если совесть есть, верните мне его. То есть он как бы большую ценность не представляет, а нам-то он нужен все равно. Так что, если вы заметите на дорогах нечто похожее на самодельный квадроцикл, то сообщайте об этом или нам, или сразу в полицию. Возможно, это и есть та самая пропажа.